Скотт. Я давно за тобой наблюдаю. Ты другой. И ни у кого нет права в чем-то тебя упрекнуть. Второй шанс далеко не каждому выпадает. Советую тебе серьезно все обдумать. Это твой шанс. Увидеть гордость в глазах дочери. Стать героем, которым она уже тебя считает. Не ради нашего мира. Ради их мира. Скотт, я прошу тебя стать человеком-муравьем. Может, имя все-таки сменим?